Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Чисел». И сегодня мы будем читать 10 главу этой книги. Здесь говорится о двух серебряных трубах, о том, как израильтяне отправляются в путь, о Моисее и Ховав, ковчег Завета движется во главе израильского войска. Вот эти темы. Две серебряные трубы. И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Снятие станов – это когда поднимается все имущество, упаковывается и отправляется в путь. Две трубы символизируют собой Слово Божие, книги Ветхого и Нового Завета. То, что они серебряные, серебро похоже на воду, а вода является символом именно вот Слова Божия, как апостолам было сказано, «из чресел ваших потекут потоки вод». «Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания». То есть, если кто-то слышит проповедь, должен спешить присоединиться к слушающим. «Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубят тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю. Когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». То есть Слово Божие всегда объявляет нам ту или иную тревогу, как вот эти серебряные трубы. И попеременно то одна труба звучит, то Ветхий Завет, то другая труба звучит, то Новый Завет. И каждый звук очередностью звуков чему-то нас научает. Каждая буква, каждое слово Священного Писания. «А сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». Наши враги – это бесы, демоны. Я сейчас читаю 8 стих. «И когда у нас брань с ними, мы должны более интенсивно изучать Священное Писание, трубить тревогу трубами, пусть и Ветхий Завет, и Новый Завет, все Писание придет нам на помощь. И будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячи ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим, я Господь Бог ваш». То есть война идет, трубите. Праздничный стол трубите. А в еврейском народе есть такое поучение отцов, как оно называется, Перкей Авот, если за трапезой, вот люди собрались за стол, не вспомнили ни одного слова из Писания, то это трапеза мертвецов. То есть трубить мы обязаны везде, чтобы Слово Божие звучало. Далее рассказывается о том, как израильтяне отправляются в путь. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца
поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран». Пустыня Фаран – это местность такая знаковая, здесь обитал Авраам одно время. Это, в общем-то, местность, некоторые считают, вот, то, что называется Саудовская Аравия сейчас. «И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя станов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава». Дальше перечисляются другие ополчения и старейшины, которые возглавляют со своими знаменами свои ополчения. 28 стих. «Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их, и отправились они». Как я уже объяснял, их движение было в понимании некоторых экзегетов в форме креста. Далее. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву, мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Что значит «иди с нами»? Мы сделаем тебе добро. То есть, если ты пойдешь с нами, тебе надо принять гиур. То есть, ты должен стать евреем, потому что он был мадианитянин. Это не просто там, вот, приглашение. Он и так шел с ними. Это такой как бы намек. Если пойдешь с нами дальше, тогда принимай нашу веру. Это некое распутье для этого человека. «Но он сказал ему, то есть Моисею, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». У этого человека могло быть правильное побуждение: если ты мадианитянин, позаботься о своем народе. Нация каждого человека – это граница ответственности, очерченная рукой Бога. Человек отвечает за свою семью, за свою родню, за свой народ. Если ты говоришь на этом языке, это твой родной язык, то тебе более благоприятно на нем и проповедовать. «Но он сказал ему, не пойду я. Я пойду в свою землю и на свою родину». То есть это моя земля, это моя родина. «Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом». То есть этот человек хорошо знал пустыню. «Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». То есть мы позаботимся о тебе. Ничем ты не будешь обижен. Далее. «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег Завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана». На самом деле, то, что говорил Моисей этому человеку, это был знак вежливости. Моисею не нужны были никакие глаза, чтобы видеть, где останавливаться. Облако прям шло, где надо останавливалось, приближалось, где надо поднималось. Это просто вот знак вежливости. «И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». И когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». То есть в первом случае «иди впереди, защищай от врагов», а во втором случае, когда стоянка, «будь среди нас». Мы не можем без тебя выжить,
но мы не можем жить без тебя. То есть на войне нам не справиться с врагами, их слишком много, а в обычной жизни мы тоже нуждаемся в тебе. Это очень важно, друзья, когда мы вспоминаем о Боге, не только тогда, когда нам плохо. Сейчас очень многие люди начинают посещать храмы, там, всякие какие-то болезни, там, военные слухи. Как Господь предсказывал, будут глады, моры, землетрясения по местам, военные слухи. Но мы должны помнить о Боге тогда, когда нам хорошо. Тогда Господь с большей готовностью придет к нам, тогда, когда нам плохо. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Сегодня мы окончили изучение 10 главы книги «Чисел». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 11 главу этой книги.